Привет, друзья! Это новый влог. Я натрандел в январе, что якобы буду все это продолжать, но лень матушка меня свалила, и хрен я что делал. К сожалению, друзья, лень страшная вещь, побороть ее очень сложно. Этот голос в голове, который говорит: приляг, ты же устал, нахера стараться, этому очень легко поддаться. Почти как в джедаях, типа, мол, вступил на темную сторону. Я могу придумать тысячи отговорок, что сейчас зима, сейчас холодно, мне неохота что-то делать, неохота куда-то ходить. На работе я снимаю, после работы мне снимать очень сложно, потому что я до этого снимал на работе. Знаете, как повара. Повара дома не готовят, они делают себе бутерброды. В общем, можно придумать много отмазов, но на самом деле мне просто в ломы. Я кое-как сейчас начинаю с этим бороться. С вот такой вот вступительной речи о том, что надо преодолевать себя, невзирая на всю усталость, начинается наш новый влог. И раз зашел уж такой разговор про лень, то вот вам еще пара примеров того, как то ли городские власти, то ли какие-то структуры, ну, просто ленится и ничего не хрен. И тут было одно лишнее слово, которое убрали. Но равнять буквы не стали, подумали, убрали, ничего не нарушаем, ну и хрен с ним. Симметрия в городе нам, собственно, никому не нужна. Чувство прекрасного Белгородцев тоже отсутствует. Кто это должен делать? Хрен его знает, кто виноват. Не будем разбираться, пускай так и стоит. Благо, летом этого ничего не видно, здесь все... Все зарастает зеленью. А пока такая вот красота, друзья. В принципе, что огорчаться? У нас сейчас и новые плакаты про выборы 2018 не совсем ровные, если кто-то понимает, о чем я. Вторым примером такой лени со стороны то ли государства, то ли каких-то организаций является подземный переход на НИУ-БЛГУ. Там решили некоторые ребята сделать проект галерея. Было видео, я, к сожалению, видео найти не смог, но нашел кучу новостей из других пабликов, которые трубили, что 1 сентября 2018 года этот проект запустится. Он будет очень таким крутым, там будет либо галерея картин, либо слепки рук знаменитостей, либо какая-то такая интересная реклама. Но на деле прошло время, и проект забросили по непонятным причинам. И больше про него никто не писал, собственно, он никого не интересует. Странно, что такое достаточно... знаменитое место в городе, где проходит большое количество людей, остается таким засранным. Последний паблик, который писал про этот проект, это «Фонарь». Последняя новость была 25 октября 2017 года. Они выяснили, что есть некая компания «Пластимир», у которой проблемы с «Белэнерго». Проблемы эти никак не решаются, сейчас 2018, переход не делается. Видимо, это нормально.